Сегодня в 6 утра мне позвонили из Потребнадзора. Нужно проверить медкнижки и взять образцы крови у 73 человек. Пока их доставят, будет поздно. Давай работать с тем, что есть. По-моему, сейчас просто нет ничего важнее этой инфекции. На нее нужно полностью переключиться и забыть все, что было до. Потому что если я права... может не быть после.